Капитан у штурвала! За бортом добыча, сэр! Приготовиться! Спустить бомбы, Василя и Марселя! Если верить названию, золото здесь есть. Огонь! 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 Огон
Рит, Марселяй, Марселяй! Идем осторожно. Приближаемся. Нагитовы! Якорь отдать? Гляньте, кого принесло. Доброго вам утра, джентльмены. И вновь наш изобретательный капитан Кук нам помог. Я нашел человека, которого вы искали. Адеваля? Именно. Его видели во французском форте в двух лигах отсюда вниз по реке. Что этот подлец забыл о французах? Должно быть, чинит корабль Луисбург. Спасибо, мастер Кук. Дальше мы сами. Счастливого пути и удачи. Господа. Форт прямо по курсу. Ясно. Значит, плывем вперед.
невозможно управлять. Это не самая большая проблема. Сейчас я уверен в одном. Главное на пути не стоять. Можно попробовать обойти мелкими реками, где он не пройдет. Но действуйте незаметно. Нам нельзя привлекать... Внимание! Зачем французам такой корабль здесь? Скоро конец войны. Положение отчаяние. Они используют любую огневую мощь. Не в обиду мастеру Куку. Я еще не видел корабля вооруженного лучше этого. Он не в моем вкусе. Ну, у всего французского есть своя изюминка. Я когда-нибудь рассказывал про мадам Рене, ее настоящий мягкий. Сейчас мы. Я знаю, где нам высадиться. Вперед! Какой у нас план? Стрелять в форт? Глупо пытаться взять форт нахрапом. Да. Нужно узнать, кто наш противник. Я мог бы выяснить. Верно. Пора бы на якорь встать. Убавить леселя! Поднять... Убавить парусов! Я пойду в порт. Выясню, чем там занят Адыван. Береги Морриган, Гист. Да, сэр. Берегу Морриган. Удачи, Шей. Удача — это миф, магистр Кеннелли.
Охотно! Что ж, пес тамплиеров идет за мной. Испытаем твою храбрость, Шей. Пес тамплиеров идет за мной. Испытаем твою храбрость, Шей. Капитан, отдай! Он уходит. Если бы только он сразился со мной. Адевали хочет драться на своих условиях. Или назад на досках поплывем. Одевали у берега! Новая тактика. Он спасает команду. Нет. Хочет стоять насмерть. Не разочаруем его. Следуй за ним, Шей. Я обойду его. Да, ты быстро, но не слишком умен. Ah,
прости, Адевале. И ты еще смеешь просить прощения? Твое место в аду, предатель. Я войду туда гордо, зная, что я был прав. Не имеет значения. Все, что нужно, уже у Ахиллеса. Я убью всякого, кто защищает его, если придется. Он не должен преуспеть. Ты превратился в чудовище, Шей. Может и так. Идем. Война еще не окончена, но французы утратили свой наступательный порыв. Теперь тамплиеры могут сосредоточиться на ассасинах. Сотни людей еще работают на них в Нью-Йорке. Посмотрим, какова роль Шея. Каковы наши успехи в деле предтечь? Мы готовим корабли и припасы, но это трудно, когда нет пункта назначения. Мои люди помогут. И если нужен кто-то в команду, обращайтесь. Хоуп повторит. Эксперимент магистра Франклина. Найдем еще одну святыню предтечь. Ты уверена в своих силах? Я внимательна, наставник. Устройство почти готово. Очень хорошо. Держите меня в курсе. Мы все еще должны найти Хоуп. А ей рапортуют почти все бандиты Нью-Йорка. Лучше найти великого магистра. Lost sight of him. You have to find him again. Dodge this. Support my retreat. Oh! That one forever. And now you die. I'm going to treat me. Keep your eyes peeled, Ben. They could still be French looking.
Все хуже, чем мы думали. Ассасины узнали, как использовать шкатулку предтеч. Они уже готовят экспедицию. Значит, мы должны остановить их. У Хоуп сотни людей, а властям плевать на все. Может, нам прикинуться ее людьми? Совершим преступление так, чтобы их нельзя было больше игнорировать. Это прекрасный план, Джек. Действуйте. Я выясню, где прячутся ассасины. Мне показалось? Или он попросил наделать шуму? Наслаждайся, пока можешь. За ними, Шейк. Нам нужна их одежда. Ты прав. Бежим. Ну же! Мне рано умирать! Торопись, болван! Или мы оба сдохнем! Парочка заправских проходимцев, а? Нет. Мне это даже идет. Чем займемся? Жалованием солдат. Надо поспешить. Полк уже на пути к форту, где хранятся деньги. Славно. Надеюсь, у тебя есть план? Там много заключенных. Проникни внутрь и водрузи флаг банды, а я освобожу их. Думаешь, выпустить бандитов, которые работают с ассасинами? Мы же натравим на них армию, разве нет? Просто подними флаг, и я устрою ад. Yeah.
Bastards in my sight. Что здесь случилось? Заключенные вырвались. Им кто-то помог. Их было слишком много. Что ж, мы исправим это, не так ли? Пора избавиться от этих бандитов. Сработало, Джек. Немного удачи, и армия раздавит этих бандитов. Удача — это миф. Brown vest on your shoulder while you march. Oh,
Где твой главарь? Я не скажу. Он убьет меня. А так тебя убьет он. Она в том особняке. В том, с садом. Идем же. Не знал, что у вас есть скрытый клинок. Я один справлюсь с Хоп. Хорошо. Хорошо. Пли! Вы слышали, капитан? Пли! Ранили! Все, что нужно при нас. Итак, шевалье будет ждать меня. Прощай. Удачи вам. Ты как раз вовремя. Жаль, что все так кончается. Ты всегда мне нравился.
Что это? Яд останавливает сердце. Мне нужно двигаться. Вот так. Двигаюсь. Сердце бьется. You thought you could lose us? Pump! Can't run forever! You there! Keep up. Stop now! I've got a shot! I can hit him! Watch him, Simon! He's screaming you! Yeah. No one gets past! Никогда не сдаешься, да? Ева! Я убью! Ready to open fire! I can shoot him! Когда не сдаешься, дальше. Юля, стоп! All I say is that lining up like we do,
There's more clashes between England and France. Thank you.
off now. Ты опоздал. Как всегда, Шей. Хоп. Я не хотел этого. Я учила тебя этому. И меньшего не ожидала. Но зачем? Дать Лаему время уйти. Скоро Шевалье отправится к святыне Притеч. Я остановлю его. Он будет ждать тебя. Жаль. Ты был так талантлив. Don't tell me. You're holding it for a friend. Don't get your hopes up. I'll keep up with you. Yeah.
Капитан? Мы вновь в Атлантике. Шей с тамплиерами преследуют экспедицию ассасинов. Вперед! Thank you.